Алло, да. Обновление. Новый кейс. Вылетаю. Всем привет, всем здравствуйте, ребятушки. Прямо с самолета и сразу за компьютерный стол. А почему? А потому что обновление в контре. И обозревать, правильно произнес. Я буду не один. Я буду делать это с Давкой, Коноваловым, Давуська и с Илюхой. Ребятки, здорово. Привет, обновление говно. Спасибо за просмотр. Охайо. Охайо. Так, ребятки, я еще ничего не трогал, ничего не щупал. Что вообще появилось? Я знаю кейс, и у меня циферка 13, видишь, оранжевая. Я знаю капсулы. Мы сейчас несколько капсул откроем. Что еще? Что по обнове, ребят? Давайте вот прям быстренько и тезисно. Две карты гонка вооружений. Зевс, правда? Перезарядка 30 секунд, он стреляет теперь бесконечно, считай, он не выпадает из руки. Ого. Что еще? Ну, новый звук у этого МД-сапорта. А, звуки неинтересны. Преимущество пикающего игрока. Теперь раньше, его нету. Когда ты пикал, у тебя было преимущество, теперь они что-то сделали с аптиком. На самом деле, они сломали этот саптик опять. Второй день пробую поиграть, и это невозможно. В общем, как обычно. Давайте так тогда, ребят, по кейсам, по капсуле и по всем остальным обновом. Ваша оценка, ребятки, от 1 до 10. Кейс. Содержимое кейса. Давидка. 2. Илюха. 3. Содержимое капсулы. Давка. На 8. Ого-го! Это после двойки на кейсах? Сейчас будем смотреть. Вопросов нет. Илюха, капсулы. 10. Да ну нахрен, да вы чё? Серьезно, что ли? А нахрена я купил 13 кейсов? Нахера я потратил 13 тысяч на кейсы? И все остальные обновы тогда, вот если вот в один общий большой тезис. Ну, если бы это сделано было грамотно и нормально, то было бы, наверное, на 7. А так, как это выполнено... На 3, наверное. На 3, хорошо. Допилить. Илюх, что твое мнение? Ну, все ждали новый кейс, поэтому 5 из 10 чисто из-за кейса. Услышал. Ну, и новый нож, естественно. Новый нож. Новый нож. Я сейчас, да, вот здесь вот ставлю его анимацию. Ребят, слушайте, я видел его анимацию. Кто-то, но не я, у меня в телеграм-канале выложил пост. Кто же это мог быть, да, Давка? Ребят, очень крутая анимация. Выпадет мне сегодня золото или нет? Ну, я практически уверен, что нет. Внешность кейса говно. Пошли капсулу открывать. Капсула. Это она? А это она. Что вам здесь понравилось? Ну, такое, как бы, никаких такая эмоций. Же была... Ага. Ну, ни о чем. Ну, прикольно. Слушай, симпатичная. Изи-пизи. Ну, кайфовая, смешная. Так, это что за говно? Ну, что-то в этом есть. Ой, какая красивая. Посмотри сквозь дым. А вот это какая-то лабуда. Ага. Вот это я уважаю. Мое уважение. Ну, как бы говно, ребят, царя. Ну, такое. Ощущение. А, вот так вот все сильно меняется от освещения. Очень даже да. Вот это вот кайф. Мне нравится. Ой, она мне нужна, ребят. Ребятки, она мне нужна на арабеску. Вот тебе ссылочка на ролик с арабеской. Если вдруг ты не видел, беги посмотри. Я недавно скрафтил арабеску. Я тебе говорю, она мне нужна. Надо будет пробовать, надо будет выбивать. Это что такое? Ну, прикольно, это прикольно. Это 1.6. Я в нее никогда не играл, но это узнаваемо. И если общее мое впечатление о наклейках, ну, кайфово, кайфово. Слушай, молодцы. Есть 20 капсул. Пожалуйста. Бля. Да ты. По поводу количества наклеек на скинах, что это хорошо, это плохо ли, мы об этом чуть позже, под конец ролика, я думаю, это обсудим, потому что это отдельная длинная тема для разговора. А пока, ну, пока как бы никчемная за никчемной. А я сейчас, погоди, я сейчас здесь сольюсь, но вытащу нож кукри. Ой-ой-ой. Блядь, да нахера? Ну какое ой-ой-ой? Илюха. Самая дешевая металлическая, она, по-моему, ой-ой-ой, как ты обосрался. Давай, кукри. Мне нужен кукри. Все остальное мало интересно. Какой кукри? Тут. Ой-ой-ой! Поздравляю. Хорош. Ой-ой-ой-ой! Что это такое? Ой-ой-ой-ой! Что делаешь? Надо кому-то подарить. А что происходит вообще? Ну, нормально, нормально, мне нравится. Смотри, что у нас подряд? Розовая, красная, фиолка и розовая. Ну-ка. Давай еще. Да, с Гейбом общался или что? Нет.
Нет, я в Китае с Гейбом не общался. Кстати, по поводу Китая, ребятки, вернулся из Китая, вернулся из Гонконга и Макао. Монтирую ролик, и очень скоро на втором канале, скоро будет информация, что, где, как и когда. Я на втором канале хотел бы показать вам, как я провел там время. Ну, мне кажется, получится прикольно. На тележку можно подписаться, там вся самая свежая информация, все самые свежие новости будут. А я почему говорю не о наклейках? Да потому что что-то как-то перестало сыпать. Слушай, тебе жаловаться вообще нельзя. Ой, я не жалуюсь. Жалуюсь? Ну, она, правда, говно. Нет, она говно, но сам просто факт выпадения. Ну-ка. Бля. Ну, симпатяга. Так, у нас 3 штучки осталось. Ноу. Ну, пластырь, пожалуйста. О. Пластырь. Прямо здесь и прямо сейчас, смотри. Через 3. Пастор. 2. 1. Бля. Еще одна попыточка на пластырь. Вот только одна. Всего одна, и идем кейсики открывать. Уп! Пластырь! Пойдем посмотрим содержимое кейсов и начнем их безудержно открывать. Я хочу сказать, что это очень красиво. Симпатично. А! Давно. Никчемное. Вообще даже смотреть на него не хочу. Здесь очень интересный эффект применен, но что-то другое никчемное. Нет, не моя тема. Слушай, ну он симпатичный. Ой, говно. Кому-то нравится. Даже смотреть на него не хочу. А вот это уже очень интересно. Хайбрид. МПшка. Ой, какое говно. Фу. Какой кайф. Фу. Ой, бля. Что это такое? Вот это? Так понимаю, мы подбираемся к чему-то интересному. Да, и это и меня ожидание не обманывает. Нет, а я скажу, что... В закалке он еще красивее. Да, да. Первая мысль — ужас. Сразу следом за ней через 2 секунды. Неоднозначно. Ребятки, очень неоднозначная история. Не могу сказать, что он мне не нравится. Не могу сказать, что он мне нравится. Мне очень сложно. Ну нет, ребят, ну нет. Ну и кукри. Ну в целом, с какой-то... Моя общая оценка по кейсу. Мне понравился кукри. Вот кто бы что ни говорил, мне понравился кукри. Очень стильная анимация, и он неплохо в руке анимация выглядит. Анимация классная, нож выглядит ужасно. Посмотрим, сейчас мы его вытащим и посмотрим. Все остальное, ребят, ну вот так, если вот в общем и целом, говно. Вот если, знаешь, средняя температура по палате. Говно. Темпу смотри, нет, сейчас сразу Зес нам падает. Опа! Бля, он проехал. Так, ну... На тебя шлак первый. По дефолту. Это какая-то еще и закалка. Дефолт. Так, сколько у меня есть денег? Ребятки, я дал себе еще 7 попыток. Суммарно, да, суммарно получится 20. Ну, это максимально печально, ребят. Это, ну, это как бы... Как тебе обновались? Ужасная обнова. Пошли капсулу открывать. Ужасный это кейс. Не, да? Крайний кейс на сегодня. И закончим это чертово мелкое лудоманство. Ай, калаш. Ну, блядь. Ну какое же говно. Так, теперь про наклы. Куда я могу наклеить ее? То есть вообще хоть куда угодно? Хоть поверх. Да, зачем они это сделали, ребятки? Мне здесь добавить нечего, ребят. Я от вас жду в комментариях, что думаете по поводу 5 наклеек и по поводу того, что их можно наносить куда угодно и как угодно. Я не знаю, стоит ли, но может быть я здесь сейчас покажу скриншоты, как народ начинает изгаляться. Как можно сделать бюджетный Дигл Пламя, МКУ Вой. И класс огненный змей. Ага, вот так вот. Ну, про никнейм и про аватарку, ребят. Как только ты заходишь в редактирование профиля и меняешь здесь что? То есть я теперь на долгое время опухший опарыш? Ребятки, как только вы меняете аватар или никнейм, ваш аккаунт трейдбан. Они это сделали вроде как для того, чтобы обезопасить при замене API-ключей, при подмене API-ключей, чтобы воровства стало меньше. Но... Черт побери, Valve. Мне кажется, не так надо бороться с воровством. Это номер 1. И номер 2. Вообще не с воровством надо бороться.
воровство, мне кажется, каждый здравомыслящий может его избежать. А вот с читаками бы побороться, вот это было бы круто. Сумбурный ролик получился, но правда, я только с самолета, ребят. И поэтому, ну вот как есть, так пусть и будет. Увидимся с тобой на стримах на Твиче. Ссылочки есть в описании, в закрепленном комментарии к этому ролику. Заглядывай ко мне в телеграм-канал, все там же ссылочки ты найдешь. Ребят, вам спасибо за то, что помогли, за то, что провели со мной это время. Тебе спасибо за просмотр. И пока. Да, всем пока. Сайонара. Какое же говно это обнова. Я так закончить не могу. Ребята ушли, еще один, крайний, последний. Давай. Статрек. Просто Илья и Давид приносили мне какую-то неудачу. А без Ильи и Давида какая-то удача. Ну вот как-то так. 28600. И мне кажется, его максимально быстро надо продавать и возвращать свой балик. Надо отдавать, ребят. Не будет он стоить 28.